Ce părere aveți ca Republica Moldova să devină stat membru a Uniunii Europene? Eu cu așa ceva nu. Nu doriți să fim în Europa? Nu că nu doresc în Europa, dar nu știu cum a să schimba asta treaba. O să fie numai bine. Păi uitați-vă, salariile și pensiile sunt mai mari în Europa. Dumnezeu. Da, despre... Sperăm la așa ceva. Dar despre unirea cu România ce credeți? Cum putem să vă spun? Cu România nu chiar aș fi eu. De acord. Nu știu, n-am fost niciodată prin România, m-au auzit. Nu putem să... Ce aveți despre eurointegrare Republicii Moldova? Nu, așa ceva, nică. Părere aveți dumneavoastră despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Nu-mi place așa ceva. Noi suntem cu Partidul Comuniștilor. Noi am trăit în Rusia și în Rusia am vrea să trăim. Pentru copiii noștri lucrează în Rusia. Ce părere aveți despre unirea cu România? Nici într-un caz. Moșii noștri trebuie să ne povestiți cum au fost români. Noi n-am vrea să trăim așa ceva. Și vouă tot nu vă permit. Pentru că copiii nici și băroi la români, eu nu vreau. Mai din lasma așa prin sovietscăm să-i. Просто, какое ваше мнение насчёт евроинтеграции Республики Молдова? Я против этого. Я за то Додона. За партию социалистов. Что сами рабочие не хотят наши. Чего оставлять такую землю хорошую куда-то? Интеграция. Что там в интеграции есть? Значит, проблема всё-таки в нашем народе, а не в евроинтеграции. Всё-таки в нашем, конечно, в нашем. Care este părerea dumneavoastră despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Я никак не смотрю. А почему так? А что там дает нам эта Европа? А как вы считаете, какой вектор должна выбрать Республика Молдова? Я с Россией, наверное. Какое ваше мнение насчет евроинтеграции Республики Молдова? Мы не нужны Европе. Скорее всего, и им надо наша земля. Но мы там... Так вы же сказали, что мы не нужны Европе. Земля наша нужна, но не мы. Земля ей нужна рабсила, вот и все. Потому что наше правительство не старается ничего делать для наших граждан. Они стараются поставить себе в карман, но не для людей. И люди вынуждены. Нету ни нормальной работы, ни зарплаты нету. Люди вынуждены как-то выживать, и поэтому они вынуждены ехать за границу, в Россию. А вы не считаете, что европейская юстиция может остановить всю эту коррупцию? То вы знаете, за столько-то лет я ничего не заметила, чтобы что-то остановилось. Так именно, если мы станем частью Европы, или, например, потенциально объединимся с Румынией. Да не станем мы частью Европы. Как вы считаете, какой вектор должна выбрать Республика Молдова? Россия. Россия, почему? Только Россия может помочь нам. Вы посмотрите, все рынки наши почти большинство в России. А что, с Европой там... Насчет рынка с вами можно запросто поспорить, поскольку давайте посмотрим. Вот это экспорт Республики Молдова. Вот эта страница. Не знаю, насколько я знаю, большинство экспорта идет в Россию, чем в Европу. Так, если вы знаете, с 2014 года Россия поставила эмбарго на большинство продукции из Республики Молдова. Смотрим, вот, например, 254 миллиона мы зарабатываем, это в долларах. Угу. Вот это экспорт в России. И давайте сравним полностью с Европой, что мы экспортируем, где же больше. Вот в той же самой Румынии, Румыния это самый большой рынок для нас, 601 миллион долларов. Все это экспорт 2017 года. Можете сравнить? Не знаю, но наше большинство людей уже в России. Так... Вот из-за этой политики, и там и люди страдают. Регистрация там сейчас не особой роли играет, там надо патент. А патент очень дорого стоит. Не знаю, но Европа тоже не выход. Что-то нужно делать этому правительству, но мне кажется, никому не сделать. Какое ваше мнение насчет евроинтеграции Республики Молдова? Вот, например, в Европе зарплаты, пенсии больше, чем у нас. Юстиция там существует. Там не такой высокий уровень коррупции, как в Молдове. Вы лично были бы за евроинтеграцию? Я был бы за. Дорде верде, верде крут, баковьян.